А почему сами с Деникиным не воюете? Вооружение, амуниции, все есть вроде. Это украинская демократия в драках и спорах. Тютюнник не слушает Петлюру. Петлюра гонит в отставку меня. Изменились сечевые стрельцы, изменили галичане. Не годимся мы для настоящих боев. А само вооружение, увы, не воюет. Ничего, с Деникиным мы как-нибудь сами справимся. А что, пан генеральный Харунжи? А давайте до нас войско. Вместе третью революцию будем делать. Третью? Хватит революций. Украина и так вон вытоптана и выжжена. Мы в этом году и половину урожая не соберем. Никто же не работает. Заводы, фабрики, все стоит. Так что пропадет Украина с вашей третьей революцией. А бы и сам себе с удовольствием бросил ко всем чертям эти железяки и вернулся в университет. Так что долго мы еще будем расхлебывать эту революцию. А как радовались. С красными бантами ходили. С красными, потом желто-блакитными. Выполнится с черными. Только никакой бант не заменит буханку хлеба.